Здрасте. Всем, друзья, привет, туленьки. Мы продолжаем играть в 22-ю ферму. И карта NF Марш у нас. У нас на календаре, друзья, июнь. И наступила пора уборочной. Но уборочная уже прошла. Прошел предновогодний стрим. Да, сегодня у меня 30 декабря. В общем-то, спонсоров тем, кто это смотрит, по мере записи поздравляю всех с наступившим Новым годом. Потому что, ну, эта серия точно не выйдет до Нового года. В общем-то, друзья, что мы имеем? Давайте посмотрим, что у нас на ферме. А, во-первых, коровник. В коровнике у нас полностью забился жидкий навоз. Места практически не осталось. Надо его куда-то девать. И, друзья, я решил, что мы его выльем на поля. Жидкий азот даст... Азот, я сказал, жидкий навоз. Он, в общем-то, даст немножечко азота, удобрения сюда. Не помню уже сколько точно, но, короче, справочку надо просто залезть и посмотреть. Уровень азота можно повысить с помощью удобрения или навоза. Жижа и навоз повысят уровень азота на определенное значение в зависимости от вида почвы. Рекомендуется это делать до подготовки поля к следующему засеванию. То есть, как вот у нас сейчас, как раз именно эта самая стадия. Минеральное и жидкое удобрение автоматически меняет уровень азота до того, который требуется культуре, если она уже посажена. Его нужно разбросать на первых стадиях роста после посадки культуры. Дозировку всегда можно менять вручную. В общем-то, все по стандарту. То есть мы сейчас на какое-то небольшое значение повышаем жидким навозом это все, а потом будем тратить меньше удобрения, когда уже будем, соответственно, все засевать. И там уже будем это все дело регулировать удобрениями именно в норму. У нас, друзья, созрело 34, 35, 36 поле, на которых была рожь. Эти поля на предновогоднем стриме мы убрали. Также с 34, 35 5-го я уже солому убрал. Всю эту солому сразу запихнул в коровник, потому что там уже коровы ныли, что мало им. С 36-го мы солому еще не убрали. Также у нас есть 11-е поле по контракту. Тут ячмень рос, он у нас на базе лежит, солома тоже с него была убрана. Есть 62-е поле, большое, ну как, относительно большое, в котором у нас тоже ячмень, который тоже на базе, из которого еще не собрана солома. Плюс у нас, друзья, силос созрел, его надо будет сегодня перевести на базу. Тут его не сильно много, около 4 миллионов. Плюс, друзья, у нас выскочила хорошая цена на туалетную бумагу, поэтому ее надо будет со склада продать. Ну и, наверное, съездить надо будет еще забрать с целью лозной фабрики тоже все, и оттуда это все дело тоже продать. С полями у нас все хорошо, все везде засеяно. Давайте отправлять людей в работу. Начнем, друзья, со сбора соломы на 62-м поле, чтобы потом эти контракты закрыть, получить вместо них контракты на культивацию и было чем заниматься. Сперва запускаем волковалку на поле 62. Дурацкое абсолютно поле. Надо будет то ли его купить и сделать какой-нибудь здесь обрубок, то ли еще что-то, не знаю. В общем, давай, едь работай. Маршрут мы этот самый копируем и вставим его нашему фуражному прицепу. У нас тоже поедет на поле номер 62. Солома у нас также заканчивается и в свинарнике, но мы потом ее туда закинем. Давайте мы ее всю на склад тюков. Там 4 миллиона литров влезает. На первое время место там будет. Склад тюков, выгрузка. Все, давай едь туда и туда все это дело вози. И еще с 36-го поля нам тоже надо будет все это дело собрать. Далее, по поводу жидкого навоза, друзья. Нам нужна какая-нибудь штука, которая все это дело разбрасывает. И нам нужна, получается, цистерна для навоза. Я думаю, надо брать какую-нибудь крутую. Precision Farming DLC. 350 лошадей требует. Нужен будет распределитель еще. Ладно, не хочу такое. Хочу, чтобы сразу все работало. А такого, чтобы сразу работало, у нас нет. Вот есть, да? Или вот. Блин, они, конечно, заколебаются ездить. Мы там недалеко ездить, ладно. Пускай будет именно вот такая штука. Датчик навоза John Deere. Определяет состав азота в навозе, так как азот никогда не распределяется там равномерно. Данный датчик гарантирует применение одинакового количества азота по всему полю. А давайте поставим, почему бы и нет. Тоже из точного земледелия штука. 225 лошадиных сил требует эта штука, поэтому мы купим к ней такой же трактор. Ну и, разумеется, это у нас будет номер 82. Покупаем. Давненько мы технику не покупали на самом деле. Я так понимаю, нужен какой-нибудь большой трактор. Или большого будет жирно. Давайте средний какой-нибудь глянем. Средний, но помощнее. Вот 287 лошадей, 280. Слушайте, а у нас есть вот такая вот GCB-шка, которая стоит с тюковщиком. Она быстро ездит относительно. Ей хватает мощности. Единственное, что у нее задняя поворотная ось, что мне не сильно нравится. Но я думаю, можно убрать отсюда тюкалку, куда-нибудь переставить, спрятать. Или вообще ее продать. Мы же не будем больше тюки тюковать, скорее всего. Спрячем эту тюкалку пока вот сюда. Вряд ли она нам понадобится на самом деле, но пускай будет.
мешать никому не будет. Поехали тогда заберем нашу новую игрушку. Пока он едет в магазин, давайте мы отправим Вольво на целлюлозную фабрику, чтобы оттуда забрать туалетную бумагу, посмотреть, что к чему. Целлюлозная фабрика, загрузка продукции. Давай едь туда. Отправим продаваться это все дело и еще поставим на загрузку техобслуживания. Пускай загружается потихонечку. У нас получается по 45 кубов на наших мастерских, значит, можно будет его отправить и покатается, развезет техобслуживание. Так что все нормально. Единственное, у нас тут навесы требуют это самое техобслуживание. Я бы сначала, конечно, туда это все дело развез. Туда везде по 9000 надо будет. То есть не хватит. Ну ладно. Значит, потом его отправим. День сегодня длинный все равно. Также эти поля надо будет посыпать известью, замульчировать, и все. Больше тут ничего делать не надо будет, они будут ждать нового посева. О, прибыл товарищ, отлично. Давайте тогда цепанем к нему вот эту вот бочку. Наверное, поставим ей тогда парковочное место. Как он с ней будет поворачивать? Ну, так себе, да, из-за вот этой поворотной оси. Ну ладно, пускай будет так. Значит, парковка у тебя будет парковка-тюкалка, только мы ее тогда переименуем, во-первых. Парковка, давайте, не знаю, жижеполивалка. Поливалка. Пускай будет так. И прицеп тоже это дело все назначаем. Плюс ставим ему парковаться по завершению. Хотя, наверное, ему это сейчас не надо, если мы все три поля будем так обрабатывать наши. Значит, ставим вот этот режим работы. Ставим ему поле номер 34. Ставим ему пополняться коровник, жидкий навоз и, соответственно, жидкий навоз. Дегистатор он, кстати, тоже может поливать. Теоретически с помощью этой штуки можно даже просто возить жидкий навоз и дегистат, если что, вдруг. Но это уже, друзья, когда-нибудь потом может быть пригодится. По 18 кубов, но не то чтобы прям много. Итак, острые поворотные углы, три поворотных полосы. Генерируем маршрут на 34-м поле и отправляем его туда работать. Пускай едет, поливает, потом посмотрим на него, как это у него получается. Ну и по поводу, как он там регулирует количество азота, тоже потом посмотрим. А мы побежали на целлюлозную фабрику, тут уже должен был приехать... Нет, не при... Вот, почти приехала наша Вольво. Ну и есть 70 кубов туалетной бумаги, что, в принципе, хорошо. Единственная продажа у нас идет на склад. Я не помню, делал ли я точку для контейнера туда. В первую очередь грузим туалетную бумагу, 14 поддонов. Все остальное уже будем просто забивать фуру. А тут и не сильно много всего влезет. 14 плюс 18 это 32, если я правильно посчитал. И бумаги как раз 18 и остается. Ровно фуру мы и забиваем. И опустошаем этот склад. Да? Да. Все. Этот товарищ, блин, а что у тебя борт открыт, а? Ну ладно. В общем-то, 70 поддонов мы везем. 205 у нас есть на складе. А, нам на эдаку продавать, на складе у нас хранится. Все правильно. На эдаку я вроде как рисовал точку. Значит, каждый вот этот товарищ у нас сделает по две поездки. Повезут они туалетную бумагу на магазин эдака контейнер. Отлично. И со склада, соответственно. Давай, едь, вези. И ты тоже туалетную бумагу на точке продажи. Магазин эдака контейнер. Тоже два раза. Давай, едь, вези. Только сначала он едет чиниться. Ну, ничего страшного. Одна поездка будет у них неполной загрузки. 65 кубов вместо 70, но ничего страшного. Если верить инспектору, тот же Сибишка у нас с жидким навозом загрузилась, уже поехала к 34-му пулю. Она только-только загрузилась, да? Выезжает отсюда. Хорошо. С навозом, кстати, ту же самую историю можно проделывать, потому что навоза у нас довольно много. 2 миллиона лежит здесь. Продавать его просто бессмысленно. Стоит он сущие копейки. Жидкий навоз, весь который у нас есть, мы можем продать всего за 78 тысяч. Это 2,5 миллиона литров. С навозом абсолютно та же история. Но пускай будет 100 тысяч, если цена хорошая выпадет. Но это не серьезно. А вот молока мы уже на миллион насобирали. А при хорошей цене это будет 1,5 миллиона. А молоко это тема. Не знаю, может даже имеет смысл поставить молочные заводы. А может и не имеет смысла сейчас это делать. Или сначала все-таки мульчером надо бы пройти здесь, а? Или может быть пройтись мульчером? Посмотрим, насколько вообще азот у нас повышается. Я не помню, сколько рож требует этого самого азота. Просто если будет больше, чем надо, это тоже так себе. Есть у нас еще какое-нибудь поле на карте с рожью? А рож у нас вот такого вот... А фиг мы все равно это увидим. Поля ж не обработан. На чужих полях мы азот не посмотрим. 64-е поле с рожью, судя по всему. Ну ладно. В июле у нас созреет пшеничка, кстати, на одном из полей. Но это та пшеничка, которая предназначена на мельницу. Хотя, кстати, и вторая тоже может быть созреет. Тут как-то так не очень понятно это все дело работает. Итак, все, он поехал поливать. Сейчас он развернется, посмотрим на расходность.
95. Слушайте, а он прилично поднимает. Удобрения мы потратим прям сильно меньше. Хорошо, это меня радует. Так, все поля пройдемся. Наверное, надо будет единственное нам выписать, пройтись, какие поля не надо будет этим всем делом удобрять. 60-75 как-то тоже не очень равномерно он это все дело поливает, а расход большой. Ездить пополняться он будет много раз. Дело в том, что вот есть у нас культуры, трава 165 просит примерно, полба тоже много просит, а подсолнечник вроде бы мало просит, да? 140. Это не подсолнечник, это гречиха. 100-140, то есть, видите, можно лишнего насыпать. Подсолнечник 80 требует, да? Ну, где-то местами 80, в зависимости от почвы. Это я к тому, что вот это поле, например, таким способом удобрять лучше не надо. Клевер тоже мало просит, 60 местами. Надо, в общем-то, будет выписать, какие поля не стоит так обрабатывать. Рожь, по-моему, много просит, как и все зерновые. Так, 54 тысячи у нас первая туалетная бумага продалась. Замечательно. Ну что, 200 тысяч заработали. Хорошо. Сейчас как раз еще... А, он уже выгрузился, он пустой едет на парковку. Погнали посмотрим, как там у нас дела с соломой обстоят. Хотя им полчаса еще чисто по полю кататься, собирать ее. Это еще и маршрут такой не самый удобный получился. Еще денег у нас не сильно много. Я тут вроде как на два завода собирался покуситься. В случае чего мы можем молоко продать. Но я надеюсь, обойдемся без этого. Подождем хорошую цену. В любом случае, завтра июль, много чего созреет, июль, август, куча контрактов на уборку будет, там мы миллиончик поднимем тупо с этих контрактов. Да чего уж говорить, 78 поле, 500 тысяч обычно на уборку, за уборку платят, там у нас в этом году вроде бы полба сидит, которая нам, кстати, тоже пригодится на мельницу. Так, еще 54 тысячи за туалетную бумагу, да, полба сидит, как раз в июле созреет, так что все хорошо, все путем. Насколько ему хватило одной цистерны? На больше, чем на полкруга, почти на целый круг. Слушайте, неплохо. Хотя это, конечно, поле самое такое маленькое. Если говорить про какое-нибудь условно 50-е поле, я не знаю, сколько раз он будет ездить. Ну ничего, пускай катается. В общем-то, друзья, за кадром я тогда заканчиваю этот самый июнь. Обслужить заводы мне надо будет. Перевести силос из силосной ямы на элеватор, на наш, на этот склад. Про обслужить заводы я сказал. По поводу полей. Дособирать солому, ну и наши поля. Полить вот этим вот говном. И замульчировать и посыпать известью. А, ну плюс еще закрыть контракты, кстати, да. И там, скорее всего, еще появится на культивацию. Их, в общем-то, тоже по-быстренькому сделать. Ну и встретимся тогда в июле, когда уже будет прям большая-пребольшая у нас уборочная. Блин, ребята, меня, короче, вот этот вот sell price trigger уже начинает бесить. Я, в общем-то, поделал все свои дела, а собрался записывать серию. Начал мотать время, и херак, выскочила хорошая цена на компост. Потратил кучу времени на то, чтобы его продать. И больше ничем параллельно не занимаясь, продал. Все, думаю, буду записывать продолжение серии. Выскочила хорошая цена на гречневую муку. Надо продавать, подумал я. В общем-то, потратил время на это. Начал мотать дальше уже, все, думаю, записываю серию. И выскочила цена на бумагу. Я думаю, все, хрен с ней, больше ничего продавать не буду. Потом выскочила цена на ржаную муку и на мебель. Но надо все-таки это дело тоже продать. Потому что это почти 300 тысяч на ржаной муке. 160 тысяч на бумаге. Такое себе, конечно, но поэтому я и промотал дальше. А вот мебель, друзья, мебель это вкусненькая. У нас ее 570 кубов есть. Надо со склада еще забрать будет. Поэтому продаем. Отличный баланс у нас будет. Это на самом деле, буквально час назад, вот я когда готовился, было меньше миллиона. Компост хорошо. Машенька нас поднял. Мебель у нас на столярке, поэтому давайте мы съездим на столярку, оттуда тоже все позабираем. Бумагу, муку не поедем. Рожь я, друзья, отвез на нашу мельницу, так что опять запущена у нас там линия. Ну, в общем-то, сейчас денежек еще немножечко поднимем. Давай, друг, в принципе, начинай-то ездить, продавать. Начнем с того, что подешевле бумага, которая пойдет у нас на хозмаг. Это 4 разика тебе надо скататься туда, давай едь. А ты поедешь продавать тогда муку, которая у нас идет на магазин Aldi. А ржаную муку. За гречневую муку мы немного получили, там 160 кубов у нас ее всего лишь было. Два контейнера по 100 с копейками, 1001 там маленький совсем. Хотя 1200, наверное, и получили. Так, ржаная мука. Что-то я тут призадумался совсем. Ржаная мука, и поедешь ты туда аж 5 раз. Только я здесь все неправильно выставил. Нам здесь надо выбрать склад, а вот здесь надо выбрать магазин Aldi контейнер.
Все, давай, есть, катайся. Это чтобы вы понимали, я 8 часов уже идет эта игровая сессия у меня, и 1120 километров накатали все. И, кстати говоря, могу вас всех поздравить, 1000 часов наиграно и 6 минут на этой карьере. Наверное, это уже какое-то достижение, да? Короче, у меня еще где-то полчаса, а то и больше уйдет на продажу всего вот этого дела. Надо пойти Вольву только загрузить мебелью. Уже, наверное, да, он уже приехал на столярку. Тут есть еще 60 кубов мебели, давай загружай. Ее. Это 12 поддонов, да? Давайте все остальное тоже 12 поддонов улья. Итого 24. 11 поддонов деревянных ящиков. Это 35. Еще есть место на 15. А есть только 12 поддонов деревянной бочки, но этого хватит. Давай, есть, выгружайся. Ну да, на мебели мы сейчас поднимемся. Я уже, друзья, просто думал, знаете ли, что сделать? Вот не ждать вот эту вот высокую цену, а продавать все по календарю. То есть, грубо говоря, вот по этому календарю, что вот здесь обещает в декабре самую высокую цену, и, соответственно, в декабре это все дело продавать. Хотя, наверное, здесь лучше. Ну да, лучше вот здесь вот смотреть, лучшая цена. Просто начинаем день, например, у нас сегодня июль, допустим, и все, что здесь в июле у нас продается, все это дело и продавать. Пофиг, что оно может быть чуть-чуть дешевле, чем надо. Но, в общем-то, думаю я вот об этом. Это просто сэкономит мне кучу времени. Не будет вот таких вот случайных вылазок во время перемотки. А то жадность иногда просто делает с нами злые вещи. И я опять накосячил, не ту точку выбрал на разгрузку. Нам нужен не хозмаг, а хозмаг-контейнер. Давай, есть дубль 2. Бумага у нас пошла продаваться, денежки покапали. Этот товарищ у нас разгрузился, у него все хорошо. И мебели у нас на складе в итоге 575 кубов. Это 9 поездок нашим контейнерам. Ну, один поедет 5 раз, один 4. Все просто. Аллилуйя, мы все продали. Наконец-то можно мотать время. Сейчас только на мельнице надо освободить, остановить. О, жидкое удобрение. Полбиная мука стрельнула. Не дадут мне сегодня в июль перейти. У нас так-то и обычная мука, кстати, в цене. Знаете, пофиг уже, друзья, мотаем время, да и все. Не последний раз у нас хорошая цена на что-то. ДВП, понятно. Вообще все это июльские товары. Так, пшеница у нас закончилась, мы эту линию вырубаем. ДВП, кстати, у нас много. Но, может быть, сейчас в июле все будет нормально с ним. И с наступлением новых суток, друзья, сразу же берем контракты. На уборочную берем все. Даже разбираться здесь на самом деле не надо. 8 штук, в общем-то, получилось. И у нас тут есть полба, горчица, канола, еще одна полба, пшеница, еще одна полба, 78-е поле, еще одна полба. И совсем-совсем маленькое поле со льном. Мотаем, друзья, до того момента, как станет светло. И цены все еще хорошие. Гречневая мука теперь опять по хорошей цене. И у нас на балансе есть 3 миллиона 800 тысяч. Я, друзья, честно говоря, мне мысль такая в голову пришла. Поставить две фабрики все-таки. Потому что у нас 2 миллиона 200 тысяч литров молока. Но что-то я вот не знаю. Стоит ли вот эти вот сыр, что там еще, молочный завод ставить? Или нафиг не надо? А еще я, кстати, недавно обнаружил, что здесь кроме вот больших свинок... обычных вот таких вот свиней, да? Да они спят сейчас все, заразы. Есть, короче, маленькие поросятки, очень няшные. Наелся и спит. Да-да-да. Итак, друзья, в общем, ладно. Июль. Чем мы будем заниматься в июле? Чего прям вот точно надо сделать? Контракты, уборка, это, друзья, все потом. Надо сначала разобраться со своими полями. 34, 35, 36 мы убрали в июне. В общем-то, поля готовы к посеву полностью. То есть я их замульчировал, я их посыпал известью. И я их полил жижей. Также, друзья, у нас созрело поле с пшеницей. 39 и 38. Эту пшеницу нам надо убрать и отвезти на нашу мельницу. Эта пшеница у нас не для пива идет. Также, друзья, у нас созрело поле с канолой. Это поле нам тоже нужно убрать и отвезти весь урожай на НПЗ и, соответственно, линию запустить. А также, друзья, у нас созрела наша полба. Это дело тоже идет на мукомольный завод, на полбяную муку. Новые поля наши, получается, еще не созрели. Последние, которые мы покупали, я так понимаю, только в августе или в сентябре у нас уборка будет. Вот пшеница еще может быть в сентябре, ячмень, скорее всего, в августе созреет. Но, в общем-то, посмотрим потом. Жидкое удобрение я сейчас продавать не хочу, потому что надо будет еще много сеять, все вот эти вот
злаковые культуры, которые мы выращиваем, они сеются на зиму, и неизвестно, сколько удобрений туда уйдет. Хотя на самом деле удобрений туда пойдет немного, и сухих у нас должно хватить, но в любом случае я не хочу их продавать, потом продадим, благо их есть где складировать. А вот ДВП, наверное, имеет смысл продать. Да и не только, наверное, ДВП, давайте посмотрим. Муку пшеничную имеет смысл продать, сахар тоже на хорошей цене, кстати, сейчас имеет смысл продать, еще 287 тысяч. Удобрений у нас есть сухих 430 кубов. Может быть, действительно эти жидкие все продать. 400 кубов есть. Хотя и обычное удобрение сейчас очень даже по хорошей цене идет. В общем, ладно, потом подумаем. Компост я весь продал в июне. Его уже 200 кубов нарисовалось. Или я не все из компостера вывез. Тоже такое возможно. Так вот, ДВП, наверное, продаем. ДСП тоже продаем. 552, хорошая цена. Полбяную муку тоже, наверное, продадим. Хорошая цена. Ржаную гречневую уже продавали. Так что да, много всего еще будет у нас сегодня продано. Значит, друзья, какой у меня план сейчас? Я продаю то, что сказал, а также убираю наши поля, и тогда мы с вами встречаемся, подводим какие-либо итоги и смотрим дальше, что к чему. Итак, друзья, июль у нас в самом разгаре. И закончилась наша уборочная. Поэтому погнали смотреть, что я успел сделать за свой рабочий день. Время у нас остановлено. Значит, 46-е поле. Отсюда мы собирали полбу. Урожай собран, отвезен на мельницу. Также я уже успел посыпать это поле известью. Еще нужно заволковать солому, собрать ее отсюда. После чего замульчировать это поле. И, наверное, мы еще польем его жидким навозом просто так. Далее рядом находится еще 45-е поле. Здесь мы скосили траву, и вот сейчас она как раз и собирается. После чего надо будет, конечно же, это поле тоже еще замульчировать и добрить. Именно удобрениями сухими на полную мощность сразу же. Ну и известью уже, как видите, посыпано здесь все. Также, друзья, было скошено 47-е поле, на котором у нас растет люцерна. Тут все сделал. Известь, мульчер, удобрение. И соседнее поле, 48-е, было скошено. Известью посыпано. Вот мульчер работает. Ну и потом еще удобрим после того, как все здесь замульчируется. Что мы еще собирали? 42-е поле. Мы здесь собирали канолу. А надо, кстати, его посыпать известью. Я не посыпал, но уже замульчировал. Давайте-ка известь запустим сейчас. Он там как раз освободился. Канола, друзья, была собрана и перевезена на наш НПЗ. Так, вот ты поедешь посыпать поле номер 42. Давай, друг, погнал. Это, кстати, последнее поле, которое надо известью посыпать. Погнали смотреть дальше нашу уборочную. Я, друзья, точно не помню, по-моему, у канолы чуть меньше требуется азота, поэтому я не буду его поливать жидким навозом, это прям точно. Также, друзья, еще было собрано пшеница с 38-го поля и с 39-го. 38-е поле у нас уже полностью обработано, мульчер, известь, можно сюда, кстати, тоже отправить жидким навозом, все пополивать. Хотя вот у меня есть такое впечатление, что я это делал. А не, не делал, галочка не стоит. Ну, в общем, ладно. И 39-е поле. Солому я тоже с него всю собрал. Известью посыпал, еще надо мульчером пройтись. И будем смотреть потом по навозу. Это уже довольно-таки большие поля пошли. У нас его не так много осталось. Хотя вот 1 700 000 есть. Ну, с коровника мы почти 1 000 000 литров уже потратили. Есть еще места, откуда его можно забрать. Также у нас есть дохрена обычного навоза, но нет техники для разбрасывания. Наверное, купим. Потом посмотрим. Не знаю пока. Ну и, в общем-то, какие результаты нашей уборочной. Во-первых, солому уже забили склад практически. Еще один прицеп влезет, но я уже остальное буду на элеватор все возить. Клевера люцерны, как обычно, примерно по 1 000 000 мы собрали. Ну а остальное пойдем смотреть здесь. Мельницы, друзья, пшеницы собрали 408 кубов. Запускаем эту линию, соответственно. И полбы, друзья, мы собрали 356 кубов. Эту линию мы тоже запускаем. У нас много контрактов на полбу еще, поэтому что-то мы еще потом туда добавим. Кинем, не проблема. Также, друзья, все это время у меня катались наши контейнеры и распродавали наш урожай, точнее нашу продукцию. На данную секунду я продал все жидкие удобрения, которые у нас были, 400 кубов, ДВП, ДСП, улей, деревянные ящики, деревянные бочки, муку. И вот сейчас товарищи ездят, продают полбяную муку. И останется только сахар. И как видите, на балансе у нас уже почти 8 миллионов. Я думаю, здесь мы какую-нибудь инфу получим интересную, насколько мы напродавали. Продано на 3 245 000 и доходы от продажи урожая 441 тысяча. Также еще 385 тысяч у нас в другом, это у нас
бонус за эко-счет. Правда, он не такой большой. У нас были новые поля, которые нам немножко этот самый эко-счет портят. Он сейчас 84, потому что есть поля, которые 66, 54, 54, 57, 54. Но после уборочной у нас все станет по 99, там может быть где-то даже 100. А убирать мы уже, кстати, будем в августе, наверное. Все вот эти поля, третье только, да, не скоро у нас. Август, сентябрь, октябрь, в октябре только уборка свеклы, ну да ладно. Пшеница у нас вот 6-я стадия из 7, но, по-моему, он перескочит стадию, в августе даст нам убрать. То же самое ячмень, скорее всего, стадию одну мы перескочим. Плюс сорга у нас созреет точно уже в августе. Два поля соберем, и хмель, по-моему, тоже в августе должен будет созреть. Да, и хмель у нас тоже в августе созреет, так что в следующей серии уже эко-счет мы подтянем примерно до 99. Впереди, друзья, у нас уборка по контрактам, и продажа сахара еще осталось мне сделать. И, скорее всего, мы поставим еще новое производство, раз у нас деньги появились. Плюс на контрактах мы еще много получим. Через полчасика как раз у меня вот стримец запускается, на котором 78-е поле будем убирать. У нас там полба растет. Я надеюсь, что мы за один стрим его уберем. И я на ночь поставлю собирать солому просто, потому что солома отсюда будет возиться часов в 5. Ну, пусть, в общем-то, ночью катается, не проблема. Солому сгрузим на элеватор, потом посмотрим, сколько ее, прикинем, распихаем по всем местам и, наверное, излишки продадим. В теории 4 миллиона нам должно на год хватить. Посмотрим, сколько места будет в элеваторе оставаться на самом деле. Я-то его освободил так-то, но это ладно. Плюс, друзья, траву, клевер, люцерну мы запихаем в яму. И, кстати, в следующей серии в августе у нас, наверное, должна будет уже кукуруза созреть. Точнее, не созреть, а уже дойти до той стадии, когда ее можно будет насило скосить. Насечку. Что ты нам тут скажешь? Да, на 5 из 6, по-моему, ее уже можно насечку собирать. Так что, в общем-то, в этом году еще работы и работы. Ну и какие-то вот такие итоги уборочные получились. А, что я еще хотел сейчас сделать? Мы так-то готовимся к пиву, в пиво выходить. И для пива нам, друзья, нужны дрожжи. И я предлагаю вам запустить эту линию в нашей лаборатории, пускай она начинает работать. Хотя она, конечно, не будет сейчас ничего делать. А, и картон надо будет сюда привезти. Ну, привезем, не проблема, картон у нас есть. Так вот, запускаем линию дрожжи. Сюда надо перекинуть патоку, которая у нас есть на сахарном заводе. У нас ее тут есть аж много. Да, ты сейчас все здесь не выгрузишь. Не будем через склад их возить, тем более патока не прописана ни в фургон, ни во что. Вот сюда надо это все дело поперетаскивать. Я думаю, руками это сделаем. Это будет быстрее, чем гнать сюда даже грузовик. В общем, закинем то, что закинули. Вот ее, кстати, надолго-то и хватает. Силостную добавку из патоки делать не будем, наверное. Хотя у нас тут довольно-таки большой запас этой самой патоки. А если мы еще сорга соберем, можно линию патоки запустить из сорга на сахарном заводе. Но посмотрим на расходность сорга на нашем ферментаторе солода, который мы поставим в следующей серии, видимо. Все, патоки хватает больше, чем на 2 дня, получается. Когда мы все выгрузим, она вообще из списка сейчас пропадет. Вообще, это же, по сути дела, жидкость должна возиться в цистерне. Но туда она тоже не прописана. Надо прописать, наверное. Не знаю, надо ли. В общем, все, пускай лежит там. Загрузили, все прекрасно. В общем, друзья, я тогда продолжаю уборочную, контракты убираю, и тогда мы с вами встречаемся и, наверное, поставим тогда новое производство. Итак, друзья, июль у нас продолжается. Из контрактных полей убраны все, кроме 54-го. На стриме мы убрали чуть-чуть 78-го поля, где-то 2 трети примерно. И сегодня на работе я его добил и все остальные поля собрал. Также 80-е и 37-е я уже контракты завершил. 37-е уже почти докультивировано, 96% уже. Сейчас тут ездит трактор, собирает соломку с 57-го поля. У нас здесь пшеничка росла. И этот контракт после сбора соломы тоже можно будет отвести и закрыть. Полба у нас вся вообще убрана. На 54-м поле у нас контракт последний остался. Там у нас канола. Я там, правда, немножко полбы случайно уже отвез по контракту, и 65-е поле это засчиталось, но ничего страшного. Видимо, я их уже, друзья, за кадром добью. Со всех полей полбы получилось 2 миллиона 270 тысяч литров. Их еще возить, не перевозить. Друзья, давайте мы тогда, наверное, по-быстрому сейчас 54-е поле закроем. Не знаю почему, но мне кажется, это будет относительно правильным решением. Там канола, с учетом того, что поле не наше, вряд ли оно ухожено на 100%. Урожайность тут будет не самая прекрасная, поэтому давайте отправим, наверное, сюда все наши комбайны, которые есть. Один рядом, два далеко. А, кстати, я еще успел вывести все, что мы покосили, забить это в яму. Сейчас тут трактор ездит, это все дело равняет. Сгребем в кучу, потом подцепим вот эту вот хреновину, и она быстренько все утрамбует. 3,5 миллиона литров. Получилось у нас всего 300 кубов клевера я отвез на компостер.
Остального всего там хватало. Эх, блин, 54-е поле. На самом деле, знаете, я сегодня играл на работе, и в один прекрасный момент, за 3 часа до конца рабочего дня, у меня перестала сохраняться игра, и, в общем-то, 3 часа прогресса я потерял, и уже много чего было сделано. Но уже ладно. Давайте тогда комбайны отправлять на 54-е. Вчера далековато, конечно, им ехать сюда, но ладно уже. Так, друг, смотри. Ты будешь у нас первым. По сути дела, 2 загона всего. Копируем этот маршрут и давай на поле 54 шуруй. Наш класс Лексион мы маршрут сбрасываем, вставляем. Он у нас будет работать по центру. И тоже на поле 54 давай шуруй. Надеюсь, они отсюда выйдут и все будет нормально. Этого мы запустим чуть попозже, когда те приедут, он поедет последним. На 37 поле тем временем выполнен контракт, давайте его примем. А 2 мана у нас здесь рядом есть, пускай тогда стоят. А вот этот ман мы тогда отправим разгрузиться. Ну и с помощью него потом тогда отвезем пшеницу. Давай, друг, едь на элеватор, разгружайся. И пока у нас там кипит работа, давайте, друзья, поставим новое производство. Денег мы поднасобирали довольно много. Ох, какая дырень тут на поле, ну ладно. И я таки решил молочные заводы эти все-таки поставить. Молока у нас много, девать его некуда. Остальные ресурсы тоже у нас все есть, поэтому давайте, собственно, их и поставим. Начнем, друзья, с молочного завода, который у нас будет ставиться вот сюда. Он такой угловой, в общем-то, сейчас все покажу. Для начала только территорию купим. Сразу 2 территории купим. 121 участок у нас идет для молочного завода. Покупаем его недорого. И еще вот этот участок под номером 6 нам нужен. Он у нас пойдет на сыроварню. И нам требуется молочный завод. Он угловой, легко найти в списке. Вот, наверное, да? Да, это он. Ну и, в общем-то, вот сюда вот в уголок его надо и поставить. Видимо, вот так. Черт, как бы это попасть? Вздынь. Поставили. Давайте посмотрим, чтобы все везде было ровно и четко. Ну, вроде как нормально. Никаких сильных выступов я не вижу. Не очень удобно здесь, конечно, с проездами получается, но такова задумка авторов. Да, здесь есть расстояние до забора. Все, в общем-то, нормально. Единственное, только я не вижу триггер, где продукция появляется у нас. И вот хороший вопрос, где он у нас появляется? Это самая продукция. Эва на как. Так, видимо, тогда мы открываем все ворота. И да, здесь будет сквозной проезд. Нормально, можно будет все сделать. Вот здесь будет появляться продукция, видимо, холодильник. Давайте тогда вот эти вот двери мы закроем, а вот эти оставим сквозные. И здесь все будет нормально. Итак, что же умеет делать этот самый молочный завод? Он умеет делать из молока сливочное масло, молоко пастеризованное, творог, йогурт и сметана. На самом деле, вот я смотрю на эти цифры, и потребление молока у него прям совсем небольшое. Оно у нас в любом случае будет собираться, скорее всего, но да ладно. Также нужно электричество, вода, поддоны, картон и бумага. Я вроде не прям в ноль все распродал сейчас. Надеюсь, что-нибудь завезем. Ну и по автодрайву. Здесь мы выгружаем жидкости. Здесь мы выгружаем поддоны. Здесь у нас есть сточная вода, но, друзья, воду сточную мы сразу на распределение поставим. Ну и тогда проездом здесь будем забирать поддоны. Так что с автодрайвом здесь тоже все просто. Давайте мы отправим нашего товарища, который нуждается в разгрузке. Кто у нас нуждается в разгрузке-то? Черт, я забыл тебе поставить работу с курсплеем. Вот этого парнишку, друзья, отправим мы на поле номер 8. С помощью него запишем автодрайв на наш молочный завод. Пока у нас там, кстати, вот эти товарищи все добрались. И не хотят они здесь сами подцепляться. Хотя странно, места здесь уйма. Ну ладно, не хочешь как хочешь, я тебя сам подцеплю. Давай, друг, с начальной точки начинай свою работу. Есть у меня подозрение. Хотя, видите, этот нормально отцепился и нашел жатку. Ну да ладно. Так, вот этот тоже поедет по этому самому маршруту, он будет работать у нас справа и тоже поле 54. Ну и около 1,5 часов у нас будет там проходить наша уборочная. Но давайте, товарищи, развлекайтесь. Вообще для ускорения процесса можно, наверное, даже... Хотя... Ладно, давайте отправим эти маны, пускай сами их разгружают. Канолы вроде как сыпят прям немного, поэтому все должно быть путем. И 3-го мана тоже им туда отправляем. На поле 54. Давай, друг, погнал. А мы возвращаемся к нашему молочному заводу. Где у нас точка поля 8? А, не здесь она. А там у нас что за точка, непонятно. Ну ладно, посмотрим сейчас. Может, там прием молока, кстати, точка продажи. Я продавал много раз молоко, но ни разу не видел даже, куда они ездят. Так, прицепчик этот оставим здесь.
включаем режим редактирования. У нас здесь есть заезд. Да, действительно, прием молока у нас здесь находится. У нас есть один въезд, один выезд. Давайте мы с него тогда и запишем. Вот отсюда тогда запишем две линии и потом соединим уже. Так, ну, в общем-то, как-то так получилось. Да, на клаве это делать, конечно, катастрофически неудобно. Но да ладно. Итак, создаем тогда папку. У нас 4 точки получилось. Молочный завод она будет называться. Это самая папка у нас. И вот эти 4 точки в эту самую папку мы перетаскиваем. Все, молочный завод. Сейчас пойдем проверять, чтобы это все работало. Да, тут довольно узенько. Я не знаю, как тут фура сможет проехать или не сможет, но об этом потом узнаем. Так. Ты пока оставайся здесь. У нас тут вообще не бог весть, что творится. Оставил их тут на секунду, да? Так, давайте работать все. И чтоб без косяков. Все, вроде бы разобрались, вроде бы все починили. Ну, конечно, начинается. Гораздо проще с одним комбайном. 3 комбайна, вот так с автодрайвом, это куча косяков. То ли самому их разгружать, то ли... Ладно, ребята, работайте. У тебя как дела? У тебя пока что все более-менее. Ну, вроде как все более-менее. Как у нас обстоят дела с картоном, бумагой? Есть немного туалетной бумаги. Картона хватает, бумаги 50 кубов есть. Вообще проще, конечно, вот в этом меню посмотреть, что у нас к чему. Еще неизвестно, что нам надо на сыроварню будет. 53 куба, да, все, я вывез. Последние 50 кубов не продал, не знаю почему, но ладно. Погнали тогда сыроварню сразу же поставим. Да, она у нас вот здесь, вот на этой территории будет стоять. И вот тут уже придется немножко покрутиться, посмотреть, как она будет выглядеть, чтобы удобно было ее ставить, как правильно. Вот она, сыроварня, 1 400 000 стоит. Ставится она вот таким вот образом. И у меня такое чувство, что я даже прям сходу и попал. Наверное, лучше будет вот так чуть-чуть отодвинуться. Вот так вот она сюда прекрасно становится. В общем-то и ставим. И давайте здесь тоже пробежимся. Можно будет сделать сквозной проезд, что меня, конечно, несказанно радует. А выгрузка молока здесь у нас не самое удобное место на самом деле. Насколько я понимаю, выгрузка молока здесь... А здесь у нас загрузка продукции будет, насколько я понимаю. Здесь у нас прием поддонов и сточная вода в очередной раз. А сыроварня у нас умеет делать 3 сыра. Все это дело идет из молока. По 1000 молока оно требует в час. Также нужны поддоны, деревянные ящики и картон. Вот деревянные ящики я тоже все распродал. На столярке вон 2 куба. Вот это я, конечно, не подумавши сделал, но да ладно. Будут не последние. Здесь, друзья, тоже автодрайв надо записать. Берем нашего маленького трактора, прицеп не забываем, и поехали запишем все. Давайте вот эту вот штуку мы бросим вот здесь, и поедем посмотрим, как мы это все дело организуем. На самом деле у меня идей особо-то и нету. Еще хороший вопрос, с какой стороны будут поддоны появляться. Ну, допустим, если мы здесь сделаем въезд, поддоны все равно должны появляться в первую очередь вот на этой линии, на первой, которая ближе. Поэтому мы, наверное, точку сделаем тогда вот с этой стороны, и далее здесь простой выезд. Еще я здесь вижу часть триггера, а вот вторую часть не вижу. Вообще они, как правило, большие. Так что, друзья, делаем один сквозной проезд, а все остальные точки просто подцепляем именно боковушками. Еще можно, знаете, что сделать? Здесь сделать выезд и там сделать выезд, а заезд сделать с другой стороны. Тут больше места именно для поворота с дороги. После чего он вот здесь вот заезжает вот таким вот образом. И те, кто с жидкостями идут вперед, те, кто с поддонами, идут направо. И нормально здесь можно сделать выезд в обе стороны, места будет предостаточно. Давайте так и сделаем. В общем-то, погнали тогда все это дело. Ага, здесь у нас наоборот идет. Черт. Это выезд другого поля. Тогда все, моя эта идея отменяется. Или давайте вот здесь въезд тогда сделаем. Отсюда начинаем рисовать и погнали.
Но, друзья, как-то вот так вот у меня получилось. В теории, конечно, должно работать. Сейчас все будем проверять. Единственное, конечно же, папочку сыроварня тоже создадим. Сыроварня она будет называться. И вот эти четыре точки, которые мы сейчас сделали, все в сыроварню и запихаем. Сыроварня, сыроварня, сыроварня. Все в теории. Все должно быть окей. Ну, сейчас проверим. Вот этого товарища мы отправляем домой на заслуженный отдых. Вроде как топливо на 54-м поле не пригодится. Но если что, вдруг тогда что-нибудь придумаем. Тем временем еще вот этот товарищ у нас закончил работать. Давайте с поля 29 тоже соломку соберем. Я ее пока что на элеватор вожу, там места сейчас много. Так что все вроде как нормально. Еще яма меня интересует, где наша яма. В целом здесь тоже, кстати, все хорошо. Он уже здесь более-менее все сглазил. Давайте, друзья мои, отцепим эту штуку и трамбовщика подцепим. Вот эту хреновину мы скидываем вот сюда. А вот эту хреновину мы цепляем. Блин, боюсь представить, сколько у нас сечки будет в следующем месяце. Вообще в теории должно быть много. Ставим чуть-чуть поменьше ему ширину работы и давай, друг, погнал. 22% у него сейчас утрамбовка. Я надеюсь, за сегодня ты относительно быстро справишься. Вот этот товарищ, кстати, у нас ездит, щепу возит. Это последнее, что нам по заводам надо сегодня сделать. Или не совсем последнее. Погнали разбираться с нашими заводами. Во-первых, друзья, сточную воду мы, конечно же, ставим на распределение и запускаем все линии, которые мы приобрели. Итак, на молочный завод надо отвезти воду. Вообще мы не так сделаем, друзья. Мы сейчас посчитаем, сколько надо на год потратить молока. А, 1 296 000 в год у нас будет сыроварня наша жрать. И если мы ее отключим, включим молочный завод, то 1 526 000 молочный завод. Кстати, немало. Я думаю, тогда мы по 450 кубов сейчас завезем. Запускаем еще раз эти линии. Итого в год у нас будет тратиться 2 390 000 литров молока. Производим мы больше, точнее наши коровки. Так что это не станет для нас проблемой. На продажу тоже будет какое-то молочко у нас уходить. Меня сейчас больше волнует, чтобы автодрайв работал. Итак, вот ты, друг. Ты повезешь воду, причем, наверное, с неводочистной станции, потому что там она закончилась. Боже, сколько уже производства у нас. Да, тут 25 кубов всего осталось. Ты, значит, 4 раза повезешь и будешь ее забирать. Биогаз, северная вода. Мы там гидран ставили в начале нашего прохождения, когда водочистной станции не было. С тех пор почти всегда хватало воды, но вот пошли просадки. Там, кстати, на водочистной станции можно просто водокачку подключить, и она будет собирать нам воду, но я в этом не вижу особого смысла. И ты едешь на молочный завод, выгрузка, молоко, вода. 4 раза туда везешь, погнал. Далее ты 9 раз везешь молоко, которое ты забираешь на коровник молоко и везешь его на молочный завод, молоко, вода. 9 раз, погнал. И далее ты, друг, тоже 9 раз, тоже берешь молоко, тоже на коровнике, и везешь его уже на сыроварню. Выгрузка молоко. Ну и везешь молоко, соответственно. И ты тоже погнал. С этим понятно. Также, друзья, нам еще надо отвезти туда, что куда. Молочный завод. Поддоны, картон и бумагу. А на сыроварню поддоны, деревянный ящик и картон. Значит, поддоны и картон надо и туда, и туда. Картона у нас 25 кубов всего, да? Можем и туда отвезти. Давайте с этого и начнем. С бумагоящиками сейчас что-нибудь придумаем, я заблудился. Так, нам нужны вот эти вот два товарища. Значит, смотри, мы тебе ставим предел заполнения 25 000 литров. Ты у нас делаешь две поездки, берешь со склада, а туда влезает-то вообще хоть? А картона 50 кубов влезает в одном месте и 50 кубов в другом месте, хорошо. И тогда берешь картон со склада и везешь его на молочный завод, выгрузка поддоны. Когда он там выгрузится и поедет загружаться за следующей партией, мы ему переставим и отправим его выгружаться на сыроварню. А ты, друг, тогда имеешь предел заполнения 50 кубов. Черт, у этого стоял картон, у того стояли поддоны. Последнее, что они возили. Ты, друг, повезешь поддоны, начнешь ты с сыроварни. Сыроварни, выгрузка поддоны. Тоже два раза. Все, давай едь. Блин, я эту серию записываю с прошлого года. Блин, ну кто у нас там заблокирован? Черт. Как вы мне дороги, друзья, а? Вы бы только знали. Еще и второй комбайн его обогнал. И что одно из самых противных, я не знаю, с какой точки его запускать. Вообще, если посмотреть на маршрут, то из-за кривизны поля он
Не бог весть какой тут. Что, отсюда? Не, не отсюда. Видимо, вот отсюда. Давай, чтоб ты первый поехал. Этот комбайн, надеюсь, притормозит немножко. Там маны еще подрались, господи. Ребята, что ж вы творите-то? Сейчас, друг, мы тебя поднимем. Мне кажется, я сэкономил бы кучу времени, если бы вручную убрал это поле, как и собирался. Давай, 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 давай. Ну и, конечно же, он упал. Опять. Дубль 2. Все, мы его подняли. Теперь как нам самим спуститься? Все нормально. Все, ребята, развлекайтесь. В теории дальше они вот за гонками должны работать, и все должно быть нормально. Но все нормально оно точно не будет. Ладно, погнали смотреть на наши заводы, что к чему. Этот товарищ уже застрял. Второй дал ему под зад. Вопрос, почему? Не исключаю, что они тут на скорости просто промазали мимо поворота. Так, друг, давай съезди, сделай кружочек. У нас первый, который воду вез. Тебе 3 раза тогда. А тебе 1 раз надо будет потом поменять. Так, а вот сюда поддоны привезли. Это хорошо. Это очень хорошо. И сейчас мы этому товарищу поменяем на другой завод. Только он отсюда уедет. Так, ты поедешь дальше на молочный завод. Выгрузка поддоны. Давай. Мы эти вообще по большому кругу поехали по какому-то. Так, это, я так понимаю, молоко, которое едет на сыроварню, да? Но он должен здесь заехать. Проблем здесь особо возникнуть не должно. Он здесь едет медленно, не разгоняется. Это хорошо. Нормально здесь заворачивает. Места ему вроде как хватает. Триггер он увидел, и выгрузка пошла. Но вот здесь не очень удобно ему выезжать будет на самом деле. Давай, друг, поворачивай, не стесняйся. Все, да. Нормалды, в теории все должно быть хорошо. Отлично. С молочным заводом все намного хуже получилось. И что у нас тут? Первая Volvo приехала, она повернула нормально. И еще одна попытка у трактора. Но трактор сюда залетает прям. Не знаю, насколько это хорошо. Надо ему тоже скорость в повороте сбросить. Это вода приехала, а молоко где? Молоко еще не приехало. Да, уже здесь совсем узко. Так, водичка. Водичка разгружается, да? Водичка разгружается. Тут они первый раз не попали, потому что трактор пытался заехать. И получил еще потом дополнительно от Volvo под сраку. Так, эта штука здесь тоже разгружается, все хорошо. Теперь давайте уезжайте отсюда. Ох, по какому широкому-то ты поехал. И да, стоять. Volvo здесь не попала. Значит, надо немножечко заузить. Надеюсь, так попадет. Там будет еще одна попытка потом. Посмотрим. Тут еще молочник должен сейчас приехать. Ну, трактор нормально заехал. Это он уже, кстати, по новому, наверное, поехал маршруту. Насколько здесь будет работать выгрузка, не знаю. Об этом мы узнаем потом, когда товара под нас соберется. Ну и, насколько я понимаю, для продажи вот этого всего нам потребуется наш рефрижератор, который мы пока что только для рыбы используем. Так, кто-то сюда едет, вижу. И это, по-моему, поддоны. А где молоко, которое должно сюда приехать? Или я 2 молочника отправил? Ну, этот нормально вроде залетел. Хотя ему тоже стоит притормозить. Он там вообще не пытался останавливаться. Одно молоко приехало сюда, и молоко не приехало туда. А почему? Кстати, вот этому товарищу ж надо поменять на сыроварню, чтобы он отвез потом. Сыр, 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 сыроварня. Выгрузка поддоны. Где наш товарищ, который молоко-то должен привезти? Мне кажется, он где-то потерялся. Ну вот, товарищ, который... Или он чиниться сначала ездил, да? Поэтому опоздал. Почему у тебя колесо не крутится переднее, а? И это колесо не крутится. Что происходит? Что с колесами? Задние крутятся, а на грузовике не крутятся. А, вот он как раз-таки и завис. Вопрос, почему он завис? Он загрузился уже до этого. И вот он должен был на молочку это все дело вести. Давай вези. Да, друзья, не самое удачное расположение завода здесь, но что поделать. А, встречаем наши Volvo и смотрим, чтобы это тоже все здесь разгружалось. После того, как мы подправили еще, чтобы они залетали здесь нормально. Вообще, кстати, на продажу ж молока я все возил, а это получается вот сюда. Прием молока, и все было нормально. Они ездили, продавали. То есть они, по крайней мере, в этот поворот попадают всегда. Да, все путем. Здесь они попадают. Ну, теперь надо только, чтобы он выехал, но пока что, друзья, мы еще знаете, что сделаем. Вот этот товарищ у нас вернулся, он у нас 50 тысяч возит. У нас как раз есть 50 тысяч бумаги. Куда нам надо бумага? На этот же самый молочный завод, да? Молочный завод, бумага. 50 кубов сюда как раз вылазит, поэтому давай один раз отвези бумагу. Погнал. А мы бежим тогда смотреть, чтобы он отсюда уехал нормально.
чтобы он вот здесь вот повернул. Мы же там немножко подправили. Все равно очень много угла дает. Но он поворачивает, это хорошо. Там следом еще, кстати, водовоз приехал. Сейчас на него глянем, убедимся, что здесь все путем. И тогда можно будет отсюда валить. Да, молочка сюда придется возить немало. Все, они попадают, здесь все хорошо, я спокоен. По поводу, друзья, деревянных ящиков. В общем-то, деревянные ящики у нас есть на столярке. Я, друзья, подожду, пока выполнится, сделается один поддон, 5 кубов. И потом в руками я отнесу его просто на нашу сыроварню. Просто первое время одна линия не будет работать. Я тут посмотрел. Деревянный ящик нужен только вот для обычного сыра. А сливочный сыр и моцарелла у нас в картон упаковываются. Сколько ты уже успел тут напрессовать, а? 31%. Но более-менее нормально. Не то чтобы супер оперативно. Сейчас еще глянем, чтобы трактор нормально сюда тоже заезжал со сброшенной скоростью. И будем считать, что здесь у нас все путем. Сейчас он как-то даже и не сильно. Да, все нормально, все. Немножко скорость в поворотах сбросили, и все путем. Итак, как у нас тут идет уборочная. Вот, кстати, они вышли на проходы и больше меня практически не беспокоили. Да, первая вот эта поворотная полоса всегда боль. А так более-менее нормально здесь все идет. Им еще около получаса здесь работать. Но, в общем-то, пускай работают. Я, друзья, наверное, думаю, что серию на этом стоит закончить. Тут, в общем-то, все понятно, что осталось мне сделать. Добить контракты, развести урожай по точкам продажи, собрать солому оставшуюся. И, в общем-то, все. Будем мотать время тогда на август. В августе у нас, опять-таки, гора дел, потому что у нас созреет поле с гречкой, у нас созреет поле с хмелем, у нас созреет сорго, у нас, скорее всего, созреет пшеница и ячмень, и есть еще чужие поля, которые тоже созреют, и у нас еще 50-е поле созреет. Будем уже устанавливать ферментатор солода с вами тогда в следующий раз. Короче, дел выше крыши. Но это, друзья, уже все в августе. На этом я сегодня заканчиваю. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. Если хотите посмотреть сезон до конца, на бусте он уже давно закончился. Плюс там, наверное, уже какое-нибудь новое прохождение началось или еще что-нибудь такое. Еще раз спонсорам огромное спасибо за поддержку. Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся с вами в августе. С вами был Никита Дилей. Всем пока-ки.